Бродячие собаки, куча снега и мусора. Эти проблемы больше всего волнуют жителей микрорайона Мирный города Нарьян-Мара. Их решением занимается территориальное общественное самоуправление «Мирный». Итоги деятельности за прошедший год подвели на третьей ежегодной конференции. Кроме того, неравнодушные граждане могли пожаловаться и высказать предложения по благоустройству и развитию своего микрорайона. Решать проблемы и заниматься благоустройством микрорайона «Мирный» общественное самоуправление под председательством Марии Малиновской начало еще в 2015 году. За это время общественникам совместно с жителями удалось решить ряд очень важных задач. У нас сдвинулось с места, то есть мы, когда организовывались, мы ставили перед собой задачу, что у нас будет детская площадка. Наверное, осенью 2015 года нам поставили детскую площадку, но там по каким-то причинам не удалось ее завершить, ее строительство. То есть строительство будет заключено, завершено этим летом, ну, как бы предполагается, да. Вот. Как ТОС мы уже участвовали два раза в проектах конкурсов грантов, социально направленные гранты. Эти гранты у нас, денежные средства, были направлены на приобретение уличной елки. У нас в Мирном этот Новый год была уличная елка с украшениями, был новогодний праздник. Еще один грант общественное самоуправление микрорайона Мирный выиграло для строительства спортивной площадки. Как только сойдет снег, начнутся работы по ее установке. Но есть и проблемы. А когда несется большая псина, даже на взрослого человека реально становится страшно. Что у нее там на уме, никто не знает. Бродячие собаки для жителей Мирного стали одной из самых острых и, казалось, нерешимых проблем. Родители боятся за своих детей, поэтому предлагают определить время для выгула собак. Естественно, нужно подбирать время такое, чтобы не было детей, там, если, ну, как, собаки не агрессивны. Агрессивно собаку, да, там надо строго уже. На морду все проще. Это, если она свободно бегает и кидается на людей, это, ну, сразу однозначно. Беспокоит жителей Мирного и ситуация с отходами. По их словам, площадки вокруг мусорных контейнеров не содержатся должным образом. Я даже звонил туда два раза, нифига не чистят. Вот приезжает он один приезжает, он загрузил, раньше не двое приезжали. Официальные представители, члены территориального общественного самоуправления Мирный, все поступившие предложения планируют отработать в кратчайшие сроки. Елена Семеновичева, Леонид Шишелов, телеканал «Север».